Уважаемые жители Республики Адыгея и руководители предприятий, в связи с обильным выпадением осадков в виде снега, Республиканская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС просит по возможности не использовать личный автотранспорт, не оставлять автомобили на обочинах дорог для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники. Руководителям предприятий всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям необходимо организовать расчистку от снега территории, прилегающих к предприятиям, организациям, социальным и торговым объектам, а также закрепленных автомобильных стоянок. Управляющим компаниям, жителям населенных пунктов необходимо своевременно очищать придомовые территории многоквартирных и частных домов от снега, удалять наледь с фасадов, крыш и водостоков домовладений. Все эти меры позволят в кратчайшие сроки обеспечить штатное функционирование всей дорожной, транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов.